Раз как-то это ночью между Приваловкой и Никольскими выселками. Иду, туман, и из тумана навстречу мне человек. Он меня испугался, я его испугался. Ну, ближе подошли, друг другу глаза посмотрели, поздоровались, мирно разошлись. Был у меня тогда тоже на ночной поход в районе 50 километров. Маршрут, это уже лет 5 прошло. Я вышел вдоль ЖД через Графское и по асфальту через Приваловку, Девицу и домой. Ночное время, тоже машин нету, уже свежий воздух, ночные звуки природы. Мало кто, наверное, из вас меня понимает. Ну, так сказать, ваше дело. Кто понимает, тот, так сказать, в курсе всех плюсов.